садимся в машину мою. Дверь открылась. Ну как бы мою. Наполовину, да, Ванёк? Короче, Ванька, чтобы вы понимали, прав нету, да, Ванёк? Мама криминал. Мама. Давай, ну, Ванёк. Мама. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Сейчас чувствую, клиничный ван сейчас лопнет. Потому что Ванёк любит газовать немножко на холодную машину. Такой, как Ваня, поехал куда-то. Маршрутчик едет. Ваня опасен. Ваня до жопы. Скажи, это моя дорога. Я здесь хорошо устою, там Мерс едет. Мерса сейчас. Ботинник. Поцелуем немножко. Сейчас газ прорвешь. Так, сейчас. Самки полегче. Не, тут дорога такая рахитная, и здесь больше 40 нельзя. Шаванёк, не нарушай. Мы же сами здесь ежедневно ходим. Понятно. Ну, элита местная сидит. Ждут текушку. Да, Ванёк, не нужно гнать. Не нужно гнать беса. Ждем, сейчас пропускаем. Лохозом работает в школе. Сюда. Конечно, на холодный двигатель. Нормально. Ну, конечно, не до 80. Здесь я учусь. Сейчас мы туда как раз едем. Туда мы как раз едем, так. Давай, еще ближе нужно было остановиться, чтобы я дверью захерачил туда. Красавчик, то она нормальная. Да жопа, Ванёк, я немножко, все равно же не моя машина. Ванёк, нормально. Нормально. О, саналгу. Нафанька, нафанька. Лёвка, не матыкайся. Лёвка, не матыкайся. Лёвка, не матыкайся. Давай, еще один. И давай, и ты почти побеждаешь. Еще один. Хедшот, давай. Мы за тебя болеем. Давай. Давай, бей. Гаси. Мама, давай. Капец, ты лузер. Давай, сильнее. Давай, ты можешь. Короче, мужичка. Да, вот. Она между машиной, как раз между проездом. Вот, мужичок, что-то с машиной произошло, все, он не может выехать. Мы его с Ваньком толкнули. Понятное дело, да, Ванёк? Чисто по-братски выехали. Минутка доброты. В прошлый раз машину подкуривали чудачку одному. А, да. Перед Новым годом, или же 1 числа, короче, ехали... Стоп. Ехали, короче, к моему брату домой. И мужичок, таксист, заехал в поворот, поворачивал и застрял в куче горе снега. Короче, получается, шансов, что он сам выйдет или сам себя вытолкает, вообще не было. И, в общем-то, оцигирай. Ира! Давай. А ну, Ванёк. Газани. Нежданчик, да? Ты мне обещал за камеру. Да, я обещал. Все, ты попала. А вы мне домой довезете, нет? А куда тебе? А мне как обычно. Блин, ну садись. Я позвоню потом, ты понимаешь, я там довезу бесплатно. Я позвоню. Это моя одноклассница. Ира, это Диана. А больше мне дверь открой, Ира.
Зачем? Хорошо, я позвоню. Все, давай. Да. Ира, кстати, вообще страшно. Нормально. У Иры недавно днюха была. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Кстати, тортик был вкусный. Да, сегодня, короче, я в столовку пришел. И я по... Я по стандарту, ну, там, спрашиваю, там... Бля... У кого? Ванька. Ну, правда, у него вправо нету еще. Короче, получается, мне малыша-то... Да, вот это вырежешь, короче. Да нормально, я же номера не снимал. Короче, получается, мне малые, кто там котлету не ест, отдают мне. И сегодня мне отдали 4 котлеты. Значит, я похавал все это. Пришел в класс. Да, пришел в класс, все, Ира, пока. А ты еще пожалуйся, что я не поделилась с тобой. Да ладно, это я говорить уже не буду. Все, пока. И короче, давай, да. Это не за что. Ага. И короче, получается, пришел в класс, а недавно днюха была у Иры, она принесла торт. И у Богдана, у меня тоже одноклассница была днюха, и она тоже торт принесла. Короче, я нахавался на переменке в столовке, и еще нахавался торта. Еще Веталь не ел эти два кусочка, то есть Богдан торт и у Иры торт. То есть получается, я съел 3 кусочка. Ну, потому что я поделился еще с Яной. И, в общем-то, короче, я так обхавался. В конце уже, когда остался крем там, который спал с тортиком, типа спрашиваю, Саша, будешь? Не, уже не могу. Я, наверное, минут 5 ходил с тортом во рту, потому что не мог его уже глотнуть. Тупо просто не лез. Тупо не лез, ребята. Это было домой. Да, ну, домой тоже не вариант. Не, ну понимаешь, если бы там целый кусочек, конечно, можно было бы и домой. Но а пока... Во рту, во рту. Но пока я бы его донес в бумажке или там в кульке, то он бы уже растаял, там бы, короче, подавился. Короче, такие вот дела. Конечно, дорога не очень крутая, вот там такие вот ямки. Знаешь, интуиция, шоу интуиция. Потому что... Да, реально классно. Ну, летом тоже можно еще кататься немножко. И получается... интуиция, то есть едешь, попадаешь в яму и не знаешь, она мелкая или же она глубокая. То есть, ну реально интуиция. То есть, знаешь, подъезжать к яме, вымеривать ее и дальше ехать. Я даже какие-то там шаманить, дабы узнать. Отвечаю, какая тут глубина. Большая яма. О, тут вообще большая. Сейчас, ну да. О, кстати, смотрите, ребят, Халабуда, это реально мечта моего детства. Вот на домике, на домике, домик, на дереве домик сделать. Тут еще такая вот качелька там была, просто охренеть, ну уже не видно. Качелька была, то есть, как Лена на речке, такая вот здесь тоже была. Там люди катались, но она порвалась. Ванёк в этом доме работал. В свои 17 лет Ванёк уже столько объектов там переделал. Ездит на машине бандит. Вообще, мама криминал. Кстати, скоро у меня будут права. 2 апреля мне 18 лет. Значит, 15 числа, 15 апреля у нас тут, по идее, должен быть внутренний экзамен. На там, где я, короче, на вождение учусь. Ну, если его сдам, там сразу могу идти учиться. Ну, то есть не учиться, а сдавать, короче, ГАИ, сдавать сразу на права, и, короче, если сдам, то будет все нормально. Ну, я не знаю, внутренний экзамен я сомневаюсь, что напишу с первого раза, потому... Два. Что-то воняет. Блин, я не заснял. Да ладно. Шутенечка. Настя. Придется хоть вместе. Просто они уже лысые, хлам. Я их постирал. Вот я не знаю, вот я бы, если бы я знал, ну вот, если бы я работал где-то там в ГАИ и знал бы Ванька, я бы права ему не выдавал. Ни в коем случае. Еще один смертник, который будет ехать и... Бар, сбивать всех нахер. Бар, давай. А вот он ДЦП, эти, ДЦП. И вставка сейчас видео будет. Баба! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! ДТП потом был, да? Из-за таких шумахеров. Кто ты такой?
не, я спокойно езжу. Не, на Волге, ну как, не, я спокойно. 100, 120, 130, 140. Не, почему я спокойно езжу. По правилам, никого не подрезаю, ну почти не подрезаю. Только маршрутчиков по выходным дням.